Прежде всего, я хочу поприветствовать вас в такой чудесный, радостный, благословенный, праздничный день Рождества Христова. Друзья, я очень рад, что все вы сегодня пришли для того, чтобы отпраздновать этот праздник. У нас сегодня торжественное собрание, посвященное Рождеству Христову. Не смущайтесь, если некоторые не понимают, почему по новому стилю мы празднуем праздник Рождества. Наша церковь уже знает, все верующие, малые и взрослые, что весь мир христианский празднует по новому стилю Рождество Христово. Только одна русская православная церковь еще придерживается старого календаря. Но это не важно, по новому стилю или по старому стилю мы празднуем. Самое главное, друзья, чтобы в нашем сердце действительно, по-настоящему, как у верующих людей, как у христиан, был этот праздник. И чтобы мы воздали благодарение нашему Господу Богу. Итак, друзья, я хочу искренне поздравить вас с Рождеством Христовым, наступившим в этом году, 2012 году, мы имеем сегодня такой праздник. Я знаю, что для Господа не все равно, с каким сердцем сегодня мы находимся на этом месте. Господь внимательно смотрит на нас, и Он хочет найти огонек в нашем сердце. Он хочет найти действительно празднование, чтобы мы поклонились Господу от чистого сердца. Скажу вам, друзья, Он не младенец, Он не родился сегодня, не в эту ночь родился Господь. 2000 лет тому назад родился, и Он прошел земным путем, Он прошел через небеса, Он вошел во святое святых неба, Он на троне вместе с Отцом Небесным сегодня, сильный, всемогущий, победоносный наш Господь Иисус Христос. И за это слава Ему, но мы празднуем Его и чудесный приход в этот мир, дорогие братья и сестры. Хочу сказать вам, что от имени братского церковного совета, от имени церкви в эти предпраздничные дни мне пришлось открыть кабинеты начальства властей нашего города, войти туда, пожать руку, поприветствовать, поздравить с Новым годом и с Рождеством Христовым и с наступающим Новым годом. Скажу, принят был очень радостно. Ну, единственное, конечно, заместителей всех поздравил лично. К Виктору Ивановичу не смог по его занятости войти, вот, как бы лично иметь встречу. Но поздравление от вас он принял, и я думаю, с благодарностью, потому что мы желали ему всего самого хорошего, как и всем остальным, можно сказать, членам нашей городской и районной власти, дорогие. Хочу еще сказать, что в ходе этого поздравления я услышал теплые слова и такое пожелание, чтобы в новом году наша церковь умножилась, чтобы прихожан было намного, во много раз больше, чем было в этом году. Хорошее поздравление. Слава Богу, мы будем молиться об этом, чтобы это пожелание и людей, и Господа исполнилось в нашей жизни, друзья. Буду читать Божье Слово, которое записано во второй главе Евангелия от Луки, и я прочитаю. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. Пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.
И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказали им пастухи. А Мария слагала все слова сии. Простите. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как сказано им было. Дорогие мои братья, дорогие сестры, дорогие гости, которые посетили сегодня нашу церковь, Небесный наш Отец, Господь Бог, послал в мир, в этот грешный мир послал своего Сына Единородного, Иисуса Христа, который для того, чтобы избавить людей от греха, чтобы спасти его от вечной гибели. И Сын Божий, наш дорогой Господь Иисус Христос, повиновался своему Небесному Отцу и сказал: «Вот иду, как в книжном свитке написано обо мне, исполнить волю Твою, Отче, и закон Твой в сердце моем». Это была чудесная Вифлеемская ночь, друзья, когда в Вифлееме должен был или родился Спаситель мира Христос. И все небеса радовались об этом. Это было торжество всех небес. Ангелы, многочисленное воинство ангелов явилось тогда над этими Вифлеемскими полями, славящее Бога, взывающее. Друзья, я хочу сказать, это было что-то особенное. Может быть, кто-нибудь из вас видел ангела? Может быть, кому-то явился когда-нибудь ангел Божий? И вы видели его славу, вы видели его великолепие, которым облечен ангел Божий, но он был не один. Один ангел сказал слова этим пастухам, но еще множество ангелов явилось на небесном своде, и они славили Творца Небесного, Бога Отца, за явление Сына Иисуса Христа. Друзья, и как-то, когда рассматриваешь вот этот момент, иногда у людей возникают некоторые вопросы. Небеса представили все прекрасное. Движение неба произошло там, у Вифлеема. И в свою очередь, когда мы обращаем внимание на землю, о том, как встречала все-таки земля рождение Иисуса Христа, некоторое смущение иногда приходит к нам. И мы видим, что со стороны земной жизни такая вот встреча, она ограничилась некоторыми пастухами, которые содержали там ночную стражу у своего стада, как я прочитал. И так, на первый взгляд, кажется, встреча недостойная, встреча как бы такая слабая. Несколько пастухов, которые были у стада своего, встречали рождение Иисуса Христа и явление небесной славы и ангелов, которые опустились с небес для того, чтобы возвестить хвалу Господу Богу и возвестить о пришествии Господа Иисуса Христа. По-человечески нам казалось бы так. Почему ангелы обратились к этим пастухам? Не нашли бы ли они первосвященников где-то там, находящимся при храме великолепном? Не нашли бы они там людей, князей, которых сильных, имеющих власть, авторитет? Не нашли бы они вождей народа, которые правили страной, друзья? Или Ирода, например, который восседал на прекрасном или дорогом царском троне? И кажется, вот это авторитет,
Пусть бы ангелы этим людям засвидетельствовали, но они опустились и этим немногим пастухам рассказали о явлении Сына Божьего Иисуса Христа в этот мир. Хочу сказать, друзья, безусловно, это человеческий авторитет, но не Божий авторитет. У Господа не так немножко бывает, как у людей. И у Господа была цель. Он нашел именно, что нужно возвестить было этим пастухам. Хочу, друзья, несколько обратить ваше внимание вот на это. Прежде всего, дорогие мои, хотелось бы сказать о том, что в Писании сказано: «Хвалящийся, хвались Господом». Кто такие ангелы, которые явились тогда над этими Вифлеемскими полями? Кто такие ангелы? Это служебные духи, которые посылаются для тех, которые должны унаследовать спасение. Так записано в послании в одном месте Евангелия. Это служебные духи, посылаемые для людей, которые должны унаследовать спасение. Друзья, я не сомневаюсь, что эти ангелы, летя к этим пастухам, они летели мимо, может быть, этого, ну, чертога или этого места нахождения Ирода. И, кажется, пусть бы они там возвестили, но они, наверное, далеко стороной облетели этот вертеп Ирода стороной для того, чтобы сказать этим простым пастухам о том, что родился Спаситель мира, Христос. Друзья, апостол Павел сказал, когда говорил о своем достоинстве, о своем избрании, он сказал: «Вот я знаю человека, только не знаю, в теле или вне тела». Он был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные слова, которые невозможно передать. Вот этим человеком, восхищенным в рай, я могу хвалиться. Друзья, кто из вас слышал это пение ангелов? Кто из вас слышал голос Божий, голос ангела, возвещающий? Я вам скажу, друзья, это сильно, это достойно похвалы, когда ангел Божий говорит с человеком, когда ангел Божий посылается для людей. Когда-то на горе Хариве Моисей, законодатель Ветхого Завета, великий Божий пророк и человек, который разговаривал лицом к лицу с Богом, и он зашел на гору Харив, и ангел Божий там беседовал с ним. И от славы именно его, от славы Божьей, которой он там было, лицо его стало светиться. И он сошел с горы, и люди были в страхе, боялись подойти к нему, потому что он был в присутствии Господа. Но на этой горе ангел Божий беседовал с ним. Вы помните ангела, который Иакова встретил на пути из Вирсавии? И с Иаковом нужно было произвести работу. Он трудился над сердцем Иакова, над его судьбою. Он боролся с ним. Он, вы знаете, его воспитывал, Иакова, тогда. И коснулся его бедра. И пошел Иаков по Пенуэлу, хромая на бедро свое. Но он пошел с новым именем. И ему имя уже названо было Израиль. В переводе на наш язык — князь Божий. Друзья, это встреча с ангелом. Я желал бы, друзья, чтобы вы встречались с ангелами Божьими, чтобы они для вас опускались, беседовали, пели песни вам. Это сильно, это здорово, это благословенно, когда ангел Божий приходит. И я вам скажу, друзья, пастухи, это были не простые люди, это были Божьи люди, это были люди, которым явились ангелы Божьи. И не явились они первосвященникам, не явились они книжникам, не явились они Ироду, не явились они князьям, потому что в этом городе в это время собралось все потомство Давида, царское племя, род царский. И у Господа была бы сила встрепенуть этот город Вифлеем и поставить всех на ноги. Друзья, была власть у Господа. Но он не хотел этого. Он удовлетворен был этими
немногими пастухами, которые достойны были услышать голос ангела и услышать его песни. Слава Богу, друзья! Господа цель достигнута! И он говорил с людьми, достойными ему, которые услышали его голос ангелов и возвестили в дальнейшем. Хочу еще сказать, друзья, об этих пастухах, которым явились овестники эти небесные. Эти люди, они ревностные люди, и они не ленивые люди, это ревностные люди, друзья. Хочу сказать, как только написано после того, когда они услышали эту весть, когда они услышали то, что сказал для них ангел Господень, записано так, когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши, пошли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Какие чудесные люди эти пастухи! Они не сказали, может быть, когда-нибудь мы сходим и посмотрим, о чем говорил нам Господь. Или не сказали, может, завтра поутру, когда уже рассветет, мы тогда пойдем в Вифлеем и обязательно посмотрим, что там случилось, друзья. Но они поспешили тогда же, прямо ночью, для того, чтобы посмотреть, что там случилось. Это хорошие люди, это хорошие верующие люди, это ревностные люди, которые не откладывают на потом. И вы знаете, друзья, и это благословение Божье. Мы читаем в Святом Писании, когда Христос сказал притчу о людях ревностных и о людях ленивых. И когда пришел ленивый пред лицо Господина, то он сказал, лукавый раб и ленивый, ты знал волю твоего Господина. И этот ленивый раб ничего не хотел делать. Лежал, наверное, скрипела кровать под ним, но он ничего не хотел делать. Вы знаете, здесь описано, что эти пастухи были ревностными людьми, и они сразу же поспешили. Апостол Павел, говоря о кретянах, сказал, кретяне – это утробы ленивые. Друзья, Бог не любит ленивых людей. Бог любит ревностных людей, которые спешат сделать Божие дело, не откладывая его на потом. Вот такими были эти пастухи. Удивительные люди побежали прямо тогда же, прямо ночью и нашли. Потому что искали и нашли, друзья. Я хотел бы, чтобы Бог благословил сегодня каждого из вас. Если кто еще не нашел Господа, надо спешить. Надо обязательно спешить. И сегодня надо спешить. Ищите, говорит Господа, когда? Когда можно найти Его. Призывайте Его когда? Когда Он близко, тогда надо искать и призывать имя Господа. Еще хочу сказать о пастухах. Пастухи – это люди, способные рассказать другим о Спасителе и о Господе Иисусе Христе. Друзья, я хотел бы обратить ваше внимание, как это сделало. Вот. И написано так. «Увидевши Иисуса и Марию и младенца», здесь 16 стих, «увидевши, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла эти слова и слагала в сердце». Друзья, я хочу сказать, это удивительные люди, пастухи. И они были способны рассказать другим людям об Иисусе Христе, о младенце сем. Почему сегодня мы с вами знаем об этой истории? Почему сегодня мы читаем об этой истории? Потому что они сумели донести до человечества то, что им открыл Господь и о чем возвестили ангелы. И если бы они замолчали, если бы они не рассказали, никто бы не знал об этом. Но именно они заслужили у Господа такую честь, что их слова записаны в самой Библии. И уже 20 веков сегодня во всех народах и племенах земли читаются эти слова.
они рассказали окружающим людям о том, что возвестил им Господь. Друзья, я хочу сказать вам, что эти пастухи немногие оказались намного лучше нас, многих молчунов, которые закрывают уста свои и боятся рассказать об Иисусе Христе. Это чудесные люди, эти пастухи. Они возвестили на весь мир, что они услышали и увидели, и даже Марию научили, и ей сказали слова. Сегодня люди боятся Марии, сегодня люди боятся, молятся на нее. Они проповедовали ей, она слагала в сердце свое все слова. Хочу сказать, друзья, что спасение Марии пришло, когда она уверовала в Иисуса Христа, тоже как своего Спасителя. И немалая доля была и эти слова, которые дошли до ее сердца. Вы видите, куда попали эти слова? В сердце ее. Слава Богу, друзья, за таких благовестников. Господь сказал через пророка Исаию, вот, как прекрасны те люди, возвещающие мир, возвещающие благое. А через пророка Даниила Бог возвещал, что обратившие людей к правде будут на небесах вечности сиять, как звезды, навеки и навсегда. Друзья, это чудесные люди, эти пастухи. Они достойны были, чтобы ангелы заговорили к ним. Если бы нам, молчунам, некоторым сказал бы ангел, то мы бы побоялись бы рассказать. Вы помните, когда в одном псалме написано «Призови меня в день скорби, и я что, избавлю тебя, и ты что, прославишь меня?» А иногда так бывает у нас во свидетельство. Бог явил милость, Бог явил чудеса в жизни, а я потом и забыл рассказать, а я побоялся рассказать, а я отложил на потом, а я забыл засвидетельствовать или похвалиться моим Господом. Но эти пастухи такими никогда не были. Это были люди, способные возвестить эту весть на весь мир до сегодняшнего дня. Слава Богу за пастухов! Это сильные люди! Это великие люди! Это Божьи люди! Это свидетели Иисуса Христа! Бог знал, кому явился! Это сильные люди в Боге, дорогие мои братья и сестры! И последнее хочу еще сказать. Это люди, способные были прославить Господа Бога своего. Я прочитаю место из Священного Писания, тоже с этой же главы, тоже с этого же места Писания. «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было». Друзья, о, это чудесно! Это люди, славящие Бога! Они не просто, опустив головы, ушли, увидев младенца и смущений. Там была вера, там говорило Божье Слово. Они в восторге были, они славили, хвалили Бога своего. Они восклицали, они славили своего Господа Бога за все виденное и слышанное. Кто из нас такое имеет сердце, благодарное Господу Богу? Бог воздаст за это. Друзья, когда-то 10 прокаженных, которых исцелил Господь, они шли, и они имели смертельную болезнь, неизлечимую болезнь. И Господь их исцелил. Господь их всех исцелил. Он сказал, идите, значит, покажите священнику. И они шли дорогой и получили исцеление. И вы знаете, Господь ожидал их. Господь все ожидал их. Господь смотрел, когда эти люди, получившие исцеление, придут и воздадут славу Богу. Но они не пришли. Они забыли об этом. Они радовались в себе. Они не прославили Господа. Только один какой-то иноплеменник. Из 10 возвратился самарянин, какой-то иноплеменник, и он пал перед Иисусом Христом, и он воздал благодарность Господу Богу. Это был живой пример, это была не притча, это была жизнь. Вы знаете, из 10 исцеленных от неизлечимой болезни возвратился только один. Господь их ожидал, Господь хотел услышать славу из их уст, благодарность. И он сказал, а где же они? А где же они? Как они не возвратились воздать славу Богу? Друзья, я хочу сказать, мы не должны быть такими. Нет!
Господь сделал нас новыми людьми, и наше сердце должно славить Господа Бога Святого, нашего Небесного Отца. Не исцелил ли Он нас от греховной проказы? Не взял ли каменное сердце наше? Не вложил ли плотяное сердце? Не крестил ли нас Духом Святым? Не написал ли имени нашего в книгу вечной жизни на небесах? Аминь! Так было и есть, друзья, и мы наследники вечности. И эти пастухи, простые пастухи, они славили Бога. Друзья, они славили Господа, они возвратили славя Бога, они знали, кто явился в этот мир. И мы это будем делать, друзья, от чистого сердца. И оканчивая эти слова, я хочу пригласить всех вас, чтобы нам не быть должниками Богу, особенно в праздник Рождества Христова. Я хочу пригласить преклонить колени, прославить Бога. Не молчи, скажи Богу слова, которые на сердце твоем. Аллилуйя! Благословенный наш любящий Отец, мы желаем поклоняться Тебе в праздник Рождества. Мы желаем поднимать свои руки и сердце, открывать для Тебя. Мы желаем славить Тебя, Господи, в молитве и петь Тебе песни, восхваляя имя Твое. Достоин Ты, Господи, славы, достоин Ты поклонения и хвалы. Ты пришел на эту землю, Ты совершил великое дело и победу Твою. Ты назвал нас детьми своими, Ты пригорнул нас чужих к себе и усыновил нас для себя. Аллилуйя Тебе, Господь! Прими от язычников славу, прими от язычников поклонение, ибо Ты достоин всей славы и хвалы нашей в этот праздник Рождества, Отец! Пусть сердце наше будет с Тобою и наполнено и всю нашу оставшуюся дальнейшую жизнь. Благословимся до празднования Духом Святым и присутствием Твоим. Поклоняемся Тебе, Господь, превозносим Святое Имя Твое, великого Бога нашего, Иисуса Христа, Спасителя мира. Аллилуйя Тебе, Богу Святому, во имя Твое. Все это мы молимся Тебе. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Не во дворце, не в царском доме, не среди лилий или роз, в убогих яслях на соломе родился Иисус Христос. Ликуй, земля, из лабиринта, греха нужды и суеты, отныне вечность дверь открыта в обитель Божьей чистоты. Oh.
Песнею Бога в сердцах восхваляя, ждут пробуждения нового дня. Yeah.
Младенец родился нам, Сын дан нам, Владычество на раменах Его. Царь родился в Вифлееме, Вся земля восторгом дышит, Внемля ангельскому пенью, Слава Богу вышних. Через тысячи лет эту ночь будут помнить, и святой, и небесной ее назовут. Приходи, Иисус, приходи в мое сердце, этот маленький дом весь тебе отдаю. Пришли поклониться ребенку в яслях,
посланнику Бога Отца. Милый малыш сладко дремал на материнских руках, а в небе тогда сияла звезда, пели ангелы на небеса. Придите к Иисусу, любовь обрести, Он наш Спаситель, Сын Бога любви. Придите к Иисусу, Царю царей, Он ожидает, чтоб дать вам любовь, придите скорей. Иисус был рожден, мама Мария растила его, с любовью заботясь о нем. В яслях ту ночь Иисус сладко спал под нежным покровом небес, и в Рождество, в день рождения его, услышишь ты ангелов пес. Слава Богу! Конечно, я бы тоже хотел поздравить с этим чудесным праздником Христова Рождества. Да благословит на всех Господь в этот праздник. Как бы ни пел хорошо наш хор, но соловья песнями не кормят, верно, не? Если к вам придут в гости, и вы будете им много петь, но не положите ничего на стол. Не думай, что они еще раз захочут прийти. И Слово так Божие говорит, что не хлебом единым будет, или не жив человек, да, но чем? Словом, исходящим из уст его. Замечу харистам не песнями, словом. И сегодня я думаю, что народ пришел, может, кто-то за песнями, я пришел за словом. И вы знаете, самое важное – это Слово. И я, когда читаю Слово Божие, и однажды был храм в запустении, там были инструменты, там были левиты. Но когда нашли книгу закона, то народ стоял,
И было время дождливое, люди радовались. Вот там была радость, потому что слово нашли. Левиты были, но слова не было. Друзья дорогие, я помню время, когда песню делили на две, чтобы в слово вставить. Сегодня чуть время поменялось, а может ценность слова немножко унизилась. То я бы хотел, чтобы сегодня в нашем служении люди оценили цену слова. И я сегодня буду читать Слово Божье. 9 глава Исаия. 1 стих и ниже. «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его». Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи, ибо ярмо тяготившее его, и жезл поражавший его, и трость притеснителей его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Слава благодарение Богу. Вы знаете, удивительное место Священного Писания. И когда мы читаем не только Исаия, но и Давид когда-то говорил: «Почтите сына, чтобы он не прогневался, чтобы нам не погибнуть, вам не погибнуть в пути вашем». И вот здесь Исаия тоже говорит интересный такой о переломном каком-то моменте. Говорит, что прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь. С чего начнется этот переломный момент? И дальше написано там, что «Ибо ярмо тяготившее его, и жезл поражавший его, и трость притеснителя ты сокрушишь, как день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился кому? Нам. Сын дан нам». Вот почему-то Бог пришел, или вот именно к такому словосочетанию «сын дан нам». Не им, не вам, а нам. Слава, благодарение Богу. Вы знаете, мы живем очень часто ассоциациями. У нас очень сильные внутри ассоциации. Вот когда мы слышим или видим, и у нас в мозгу что-то происходит. Однажды я попал на свадьбу одну, вот, под конец уже так это свадьбы, мне надо было там быть полчаса, подарить и уехать. Ну, так получилось. И я присел, и один брат у меня спрашивает, как раз, ну, его группа там вела свадьбу, и говорит: «Как тебе эта свадьба?» И я говорю: «Знаешь что, вот эти люди голодные». Он сильно начал смеяться. Представьте себе, горы еды. Знаете, как наши хозяйки готовят? Много еды было. И я говорю: «Вот эти люди голодные». Он говорит: «Чего?» Я говорю: «Вот когда они придут домой, они сразу полезут в холодильник. Они этого не знают». Почему? Потому что глаза, это махляры, я говорю часто, они нас обманывают. На свадьбе я это изучил, я много был там. Понимаете, иногда так, вот свадьба идет, еда, все, вот, все не хочется, еще и приглашают, ой, там, на пожалуйста, кушайте, и гости так сидят, улыбаются. А потом, когда только порог перешагнут, то хоть возвращайся. Понимаете, почему бывает? Потому что постоянно перед глазами пища, и кажется, ты наеды, а на самом деле ты голодный. Понимаете, и приходят домой сразу по холодильникам, и домашний слоп: «Ты же со свадьбы пришел, так бы еды столько было». Да, и ну что-то вот голодное, а я знаю почему. Садятся в 2 часа кушают, а кончаются в 10 часов. И всегда перед глазами, когда пишет, тебе кажется, что ты сыт по горло, на самом деле голодный. И Ладикийской церкви говорит, ты думаешь, что ты богат, разбогател, ничем не имеешь нужды, но ты беден, нищ, гол,
Все, советую тебе купить. Смотрите, как часто мы приходим, вот ассоциация, понимаете, что... То есть вот одно на глазах, и мы видим. Но есть вещи, которые нам подсказывают, вот глаза, которые что-то, вот смотрите, мы, говорит, зима, и что мы ощущаем? И уже мы понимаем, речь о холоде, да? Лето, тепло, значит. Понимаете, один человек однажды играл на трубе, и маленький мальчик лимон ел. То, говорит, чуть не захлебнулся, как пошла слюна у меня. Только увидел лимон, и уже пошла слюна, глаза. Понимаете, что? И чуть не захлебнулся. Почему? Ассоциация сработала, и вот, и все, и слюну поперло, бо увидел лимон. И вот знаете, что здесь Бог прибег вот именно к вот этому ассоциации. Говорит, Сын дан нам. Вы знаете, кто это не пережил, он может не понять. Но Авраам когда-то, вы знаете, Богу говорил, Господи, неужели этот Елиазар будет в моем доме наследовать то, что я, тем, чем ты меня благословил? А Господь мне говорит, не будет Елиазар, у тебя будет сын. Вы знаете, некогда Анна плакала там, Господи, если дашь мне ребенка мужеского пола, я тебе посвящу. Она потрудиться что-то Богу хотела, самое дорогое посвятить Богу, она плакала там. Вы знаете, когда-то наинская вдова хоронила своего сына, и Христос шел. Вы знаете, для кого-то сын – это тот, кому можно передать наследство, да? А для кого-то сын – это то, за чьими плечами можно спрятаться. Кому можно доверить свою жизнь и судьбу впоследствии? Раньше не было соцобеса, где можно пенсию получить. Это должен быть сын сделать. И если нету, беда. И люди плакали. И когда-то в народе израильском это было большой бедой. Да и не только в израильском. Это сын. Дочка как-то уже не так. А вот сын. Потому что дочка пошла где-то замуж, и все, она уже не может то, что дед хочет. Там же глава семьи есть, а вот сын. И вы знаете, многие ждали сына. И сегодня ждут. Слава Богу, правда? Когда есть сын. Но когда его нету, что делать? И вот Бог прибег им именно вот тому сочетанию, слово сочетание. Сын дан нам. Слава благодарение Богу. Слава благодарение Богу. Однажды зашел к одной старице. Она одинокая сестрица. И мы с ней как-то начали говорить, и она говорит, вот я счастливая, я такая счастливая. Говорит, никогда никому я не надоела, и мне никто нервов не потрапал. Я служу Богу, Христос во мне живет, слава Богу, я такая счастливая в жизни, слава благодарение Богу. Смотрите, в чем есть счастье? У ее сына нет, и мужа даже нет, и никогда не было. А у ее сына есть, слава благодарение Богу. И сегодня с приходом Христа... Друзья дорогие, уже разницы нету, как мы живем, у какой у нас семья, чи мы одни ее в хате. Я помню одну неверующую женщину, у нее депрессия получилась, и я привел к одной тоже нашей сестре, которая одна жила, и она начала говорить, ой, мне так плохо, у меня депрессия, вот я одна, я вот все, одинокая такая, мне страшно, и мне плохо, и все. Она говорит, ну и что, я тоже одна, но я не одинока, со мной Господь. Я с ним живу, в нем моя радость, говорит. Я молюсь Богу, ко мне на молитву, вот только вышли, вы пришли. Вы пойдете, зараз еще на молодежь ко мне на молитву придет. Слава благодарение Богу, я живу, во Христе есть мое счастье. Слава благодарение Богу. Вы знаете, однажды такая ситуация, я слышал, что значит, очередь к одному очень большому начальнику была. И вы знаете, люди волновались, царапили руками, вот кто галстук, что, кто шарфик, кто подол юбки, бо сильно большой начальник и строгий такой. И вы знаете, люди путались в словах, объясняя свои нужды, он такой грозный весь был, так все боялись, такой вот солидный человек. И вдруг старичок ему зашел, и он весь обмяк, и тот старичок зашел так, там что ты, а это, кажется, его сын. Это отец, это грозного начальника зашел. И он так смело, без боязни зашел, бо это сын его. Слава, благодарение Богу. Смотрите, мы так просто приходим сегодня к Богу, правда? Почему у нас сын есть? И в горе, в радости, в самых смешных нуждах иногда. И мы идем к Богу. Хлеба нету. Господи, ты дай нам.
Правда, и мы что, во имя, и говорит, кто попросит во имя мое, Христос говорит, даст ему Отец, слава благодаря Небу, нам Сын дам, слава благодаря Небу, счастье есть, хвала Богу, мы сегодня благодарны Богу, что мы разные люди, с разными судьбами, с разными семейными и жизненными обстоятельствами, но мы все сегодня благодарим, потому что ангелы пели, там ангел возвестил, ныне я возвещаю вам великую радость, которая кому будет? Всем людям, без исключения, слава благодарение Богу. Смотрите, какую радость нам дал Господь, что нам сегодня есть в Сыне, мы имеем жизнь вечную, мы в Сыне имеем счастье, друзья дорогие, мы в Сыне благословение имеем, наследие имеем в Сыне, жизнь вечную, имеющие Сына имеют жизнь вечную, слава благодарение Богу. Мы жизнь во Христе Иисусе нашли, счастье, слава благодарение Богу, друзья дорогие. А кто сегодня еще не имеет, сомневается в этом, сегодня можно прийти к его ногам. Сегодня можно сегодня склониться, прийти сюда, покаяться, сказать, я еще не уверен, что он живет во мне. Друзья дорогие, он войдет сегодня уже в ваше сердце. Если даже там, сидя на вашем месте, скажете, Иисус, а в моем сердце пусто, а в нем какой-то есть страх. Сегодня вы можете принять его в свое сердце. Он с радостью войдет в ваше сердце. И будет жить в нем. Аллилуйя, слава, благодарение Богу. И нам и Писание говорит, исследуйте самих себя. Исследуйте, говорит, верили вы. Говорит, разве не знаете, что Христос живет в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? И сегодня есть момент, в этот праздничный момент, вот, пересмотреть свою жизнь, пересмотреть его, живет ли он во мне. Если имею ли я Иисуса Христа, если имею, то жизнь имею. Слава, благодарение Богу. Обещание, обетование вечности имею в жизни. Обетование здесь, на земле. И апостол Павел когда-то во втором послании, вот, своем, Коринфянам, там, по-моему, в первой главе говорит, что в Иисусе Христе все обетования есть «да» и «аминь». Там более 600 обетований в этой книге. И в Иисусе Христе эти, в нем нет «да» и «нет». Но в нем есть «да» и «аминь». Слава, благодарение Богу. Любой сложности обетования. Аллилуйя Ему, вечному Богу. Так хочется Его благодарить. Так хочется славить, что сегодня радость есть для каждого человека. Разницы нет, в каком вы статусе. Сегодня вот, в семейном там, или финансовом. Вы Сына, если имеете, вы благословенный Богом человек. Слава, благодарение Богу. И я вас еще хочу поднять для молитвы, для благодарственной молитвы, чтобы мы наполнили сердце благодарением за Сына. Ава Отче, амин, аллилуйя, слава Тебе. Благодарение наш Господь. Мы благодарны Тебе за милости Твои, за дар вечной любви. Слава Тебе, что этот восток когда-то озарила звезда, Вифлеемская, Ава Отче, амин, аллилуйя, это милость Твоя, Ты дал нам Сына Своего, аллилуйя, в умилостивление наших грехов, и мы сегодня прощенные кровью Его, мы искупленные им, аллилуйя, слава Тебе, искуплены от греха, от страха, от стыда, от смерти, Господи, и мы сегодня дети Твои, народ Твой, аллилуйя, овцы паствы Твоей, мы благодарны Тебе за милость Твою, за любовь Твою, за спасение. Благодарим Тебя, прославляем Твое святое имя. Да будет прославлено оно между народами. Да узнают еще многие об этом имени и примут Тебя как личного спасителя. Слава Тебе, Господь наш Бог. Благодарение Тебе за Твое рождение, Господь, что Ты пришел в этот мир, в бедных яслях вифлеемских, Господи, и Ты там родился. Господь Иисус, и пришел в мое сердце. Ава Отче, амин, аллилуйя, слава Тебе, благодарение Тебе, благодарение, величие, честь, поклонение, Господь. Сегодня коснись сердец людских. Может быть, в чем сердце скорбь, в чем сердце нету радости. Господи, посети Духом Святым сегодня, проговори через песнопение и через Слово Твое, Господь Иисус,
коснись каждого сердца, чтобы ни один не вышел с этого служения, не возрадованный Духом Святым, а Сыне, аллилуйя, слава Тебе! Пусть это рождение Сына, Господи, будет радостной вестью сегодня для каждого на этом месте. Ава, Отче, аминь, слава Тебе! Благодарение Тебе! Благодарение Тебе! Величие, честь, поклонение вечный, неизменный, любящий, добрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына. Рожден Иисус над Вифлеемом, в тот миг раскрылись небеса, и хоры ангелов вселенной воспели Божьи чудеса. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Он пришел как свет и просвещение, стал живым глаголом для земли, ее правдою и милосердием, и открыл нам к вечности пути. Show!
Великое совершилось ночью этой, исполнились пророчества слова, и эра новая открылась для планеты в чудесный час Христова Рождества. Мы с супругой Светланой и дочерью Юба Женой приветствуем вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. И в этот чудесный праздник Рождества нашего Спасителя мы прославим Его святое имя песней. Ночка тихая зарыста, цуд часина, народила дева чиста Бога Сына. По загаду Бога Духа праз з'явление всяму свету на потеху, на збавление. Спи, мой миленький сыночек, спаться свету. Выбачай, мой голубочек, бедность эту. Нямачим тебе, мой Боже, прикрывать. Твои рученьки пригожи сповевати. Народила дева матка у бядоте, у повецы у недостатку, у хлопоте. И над гэтым Божа матка беда. И колышучи дитятка так спевала. Спи, мой миленький сыночек, зайца свету. Выбачай, мой голубочек, бедность эту. Спаться свету. Выбачай, мой голубочек, бедность эту. Нямачим тебе, мой Боже, прикрывати. Твои рученьки пригожи сповевати. Твои рученьки пригожи сповевати. Слава Иисусу! Дорогие братья и сестры, дорогие гости, все присутствующие в этом зале, все, кто смотрит за нами по интернету, я поздравляю вас всех с Рождеством Христовым. Желаю вам отличного здоровья, Божьих благословений, Божьей охраны во всяком деле, успеха. И желаю, чтобы вы и шли по жизни дальше с именем рожденного Иисуса Христа, не только вообще, но в вашем сердце. Читаю Священное Писание, Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 стих. Рождество Иисуса Христа было так, до сего места.
Много не читаю, потому что из года в год это уже многие верующие слышали, почти знают наизусть. Но мне хочется говорить вот о чем. Рождество Иисуса Христа или Рождество Христово. Что это такое? Это день рождения Иисуса Христа или праздник, посвященный дню рождения Иисуса Христа. Этот праздник празднуется уже 20 веков. Почему? Разве на земле не рождались великие и гениальные? Конечно, рождались. Кто из нас не слышал, что был Пушкин, поэт, Левитан, художник, Глинка или Моцарт, композиторы? Кто не слышал других власть имущих, Сталин и Ленин? Скажите, пожалуйста, кто отмечает их день рождения и кого радует их день рождения? Я сомневаюсь. Я вот вчера буквально посмотрел такую информацию, что если рядом с водой постоял портрет Гитлера, то после этого вода замерзшая представляет рваную структуру. Молекулы воды представляют рваную структуру. А вот имя Иисуса Христа радует каждое сердце. Почему вас так много или нас так много в этом доме молитвы? Почему вы с таким удовольствием слушаете чтение Священного Писания или же песнопения? Дело в том, что имя Иисуса, оно связано с великими вещами, которые не только известны вообще, но пережиты нами в нашей жизни. Потому что в этот день родился Сын Божий, Сын дан нам, мы об этом слышали. И не просто Сын дан нам, но дан нам Спаситель. Должен вам сказать, что первые века христианская церковь не праздновала этот праздник. Почему? Потому что в мышлении иудеев или в понимании было, что человек рождается на страдания и боль. И только с 4 века, когда в церковь вошли, то есть покаялись греки, и в противовес тому, что в то время было распространен в Римской империи культ поклонения непобедимому солнцу, христиане начали праздновать этот праздник. И не только потому, а потому, что это имя связано, как я сказал, со многими вещами, пережитыми людьми. И люди не могут просто так это оставить, чтобы не отметить, чтобы не праздновать, чтобы не благодарить Бога за посланного нам Сына. Почему так? Имя Иисус означает Спаситель. Я скажу вам о нескольких вещах, во всяком случае, о 4 вещах, от чего спасает Иисус. Но вначале такая история, которая произошла давно, не помню, сколько лет тому назад, в нашем городе. В северном микрорайоне есть озеро. Вы это знаете. И когда начинается зима, появляется мороз, появляется на этом озере лед. То есть оно замерзает. Как только на водоеме появляется лед, первым, кто там на льду, как вы думаете, кто это? Дети. И вот однажды, это было давно, повторяю, два мальчика, лед был некрепкий, провалились в полынью. И барахтаются, вылезти не могут, вроде и не глубоко, но вылезти не могут. По дороге ехал водитель на хлебной машине, он увидел эту ситуацию, останавливается, прыгает туда, в эту полынью, выбрасывает одного на лед, второго, сел в машину и уехал. После этого случая наша районная газета написала статью об этом под заглавием «Спаситель, отзовитесь». И мы понимаем, что этот человек спас этих детей. Это реальная личность,
А о Христе думают, ну его ж не видно, а он от кого, от чего спасает и кого. Так вот об этом мой рассказ. Самое первое, Иисус спасает от страха. Что говорит Священное Писание? Римлянам 8 глава 15 стих. «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Страх, дух страха. Да, мы маленькими знаем это, или знали, помним еще, то собаки боялись. У нас был сильный гусь немецкой породы. Он меня так клевал. Я потом ему припомнил это, сделал лук и вогнал ему в стрелу во все его перья. Но боялся этого гуся. Послушайте, вы вот весело улыбаетесь, потому что я понимаю, вы вспомнили свои ситуации. А когда вы взрослыми стали, разве вы расстались со страхом и забыли его навсегда? Если так, то почему у нас волнение? Почему у нас беспокойство, тревоги? Почему приходит ни с того ни с сего паника? Почему у взрослых? Должен вам сказать, что страхов несколько видов есть. Один страх такой естественный, как инстинкт самоохранения. Мы не прыгаем в воду, не зная глубины, не прыгаем с 10-го этажа. Мы знаем, чем это кончится. Есть страх благоговений, это благоговение, или страх Господен. Это страх необходимый, который должен иметь каждый человек. Почитать имя Господа – это нормальный страх. Но есть страх негативный, который связывает, сковывает, парализует, когда не знаешь, что происходит и что делать, и чем это кончится. Вы знаете что, братья и сестры, во время душепопечения или за время я встречался со многими людьми, которые это переживали. Но мне особенно запомнилось свидетельство в библейской школе. Это было в России. Мы вечером имели общение, вышел молодой человек и говорит: «Я прошел через Афганистан. Все было нормально. Через 8 лет после этого меня посетил необъяснимый, беспричинный страх. Я не мог его преодолеть. Я пошел куда? К психологу. А психолог мне говорит: ну понятно, это все мелочи, можно преодолеть. Ты должен сам, ты имеешь силу. Для начала найди что-то страшное, преодолей его. Потом найди еще что-то пострашнее, то, что ты можешь преодолеть, преодолей его. Еще и так ты победишь страх. Знаете, до чего я дошел? Я, говорит, залезал на крышу 9-этажного дома и на краю со скакалкой прыгал, но страх не проходил. Я жил с этим страхом. И только тогда, говорит, когда я встретился с христианской молодежью, когда поделился с ними вот этими ощущениями, когда мне рассказали о Господе Иисусе Христе Спасителе и помолились, страх ушел. Дорогой брат и сестра, милый слушатель, может, ты переживаешь это? Ну, бывает стыдно взрослому человеку признаться. Да страхи бывают не только беспричинные, причинно их называют фобией, то воды, то смерти, то заболеть боюсь. У меня был один верующий, часто, когда приходил ко мне, у его руки всегда чистые были, он интеллигент. Но когда я приглашал его к столу, он так тщательно с мыльцем вымывал свои руки и смотрел на полотенце, беленькое ли оно, он боялся заболеть. Может, у вас такое? Знаете, что я вам скажу? Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Он спасает нас от страха. Обратись к Нему. Можно к служителю обратиться, вот, который, ну, разбирается в этом деле. Вот, может помолиться простой верующий, не обязательно служитель, если он уверовал, что сила Бога, сила Святого Духа в нем, и он имеет власть наступать на всякую силу вражью, все будет хорошо. Второе, от чего спасает Иисус, о чем я хотел бы рассказать, это спасает от болезни. Вот написано в Священном Писании, Матфея 4 глава, 23-24 стихи.
И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. Кто из нас не болел однажды в жизни? Мало людей подняли бы руку, отвечая на этот вопрос. Почти все болели, все знаем. А что ж такое болезнь? Я в прошлом ветеринарный врач. Я так понимаю, ну, из того, что помню, о чем нас учили в ВУЗе, болезнь – это патологический процесс, который имеет причины, свой патогенез, развитие и свою концовку. На сегодняшний день я вам скажу, что такое болезнь. Это вселение зла в тело человека. Хотите – соглашайтесь со мной, хотите – нет, это ваше дело. Я этому свидетель. Ну и что с этого? Многие говорят, и я проповедовал не раз об этом, что причиной болезни является грех, это правда. Первородный, личный наш грех. Но бывает причиной болезни не личный грех и не первородный, а прямая атака сатаны на тело человека. Я это пережил и переживал, и переживаю. А бывает вот естественная причина, ну хочется так понимать, сказать, ну вот, прыгнул, нырнул в водоем, сломал шейный позвонок, и все, проблема. Крыл крышу человек, ударил по гвоздю, как надо было, гвоздь отломался, отрикошетил от крыши и попал в глаз. Ну что же это такое? Это ж естественное вроде. Или попал в аварию, потерял ногу или руку. Послушайте, дорогие братья и сестры, кто из вас или из нас не знает, что в настоящее время, несмотря на развитие медицины, на успехи медицины, ужасно развиваются болезни. Когда мы в 61-м году переехали в город Барановичи, вспомните, люди, сколько в Барановичах было аптек? 4 максимум. Ну, может, 5. А сколько сегодня? А стало легче нам? Нет, не стало. Потому что развитие, в развитии болезни прогрессируют. Сначала бичом стал рак, потом стал бичом СПИД, а теперь и другие названия. Ну, не хочу вас загружать этим, но обратите внимание. Вот те возбудители болезни, микроорганизмы, вирусы, грибки и разные бактерии, которые живут в таком правильном сочетании, существовании в человеческом теле и работают на человека, вдруг они почему-то возмущаются и начинают вредить человеку. Что ж происходит? Оказывается, что-то за этим стоит, есть зло, которое вселяется в тело человека и разрушает. Добро никогда не разрушает. Дорогие мои братья и сестры, благодарение Богу за врачей, за медицину, но есть вещи, когда медицина бессильна. Кому пойдешь, кому можешь обратиться? К Господу Иисусу Христу. Он Господь-целитель. Почему мои родители стали из православных верующих пятидесятниками? Я уже не раз говорил, повторюсь, кто не слышал. Потому что в 37-м году моя мама, которая умирала от серьезной страшной болезни после рождения двоих детей, получила по молитве пятидесятников, деревенских верующих, исцеление. И мы это знаем. Сколько людей после этого, кроме моей мамы, получали исцеление? Вот если бы потребовалось, братья и сестры, сидя, кто получил исцеление, поднимите ваши руки. Посмотрите, оглянитесь, кто не видит.
полный лес рук. Слава нашему Господу! Почему это так? Потому что Иисус Христос – целитель. Он вчера, вовеки и сегодня тот же. Братья и сестры, вопрос вот о чем. Вы сидите и думаете, а почему вот мы, верующие, болеем? Как выйти, почему верующий умирает от серьезных болезней? Я этому вопросу в последнее время придаю огромное значение. Ищу, копаю, читаю Священное Писание и читаю тех, кто служил в этом направлении. Скажу вам, мы, верующие, многие не знаем, что нам делать. Что нам делать, когда мы больные? А есть определенное учение из Библии, как вести себя во время болезни, чтобы получить исцеление. Да благословит Господь нас, чтобы мы пережили силу Бога в исцелении всякой болезни, те, которые больны. Третье, от чего спасает Иисус. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Что такое грех? В 21 веке и конец 20 век даже у верующих слово «грех» ну, нелюбимое слово. Его стараются, сжавши зубы, избежать. Ну, это ошибка, это промах, это что-то такое, ну, но только не грех. Потому что грех – это состояние человека, которое выражается действиями или бездействиями, состояние бунта против Бога. Можно напиться, можно еще что-то нагрешить, да? Это знакомо. А можно ничего не делать и быть грешником. Кто разумеет добро и не делает, тому грех. Оказывается, понимал, поступить хорошо не сделал, ты уже грешник. Если мы подумаем о своей жизни, сколько же у нас грехов? И мы сидим иногда, мучаемся. Я помню, опять же, в Сибири такой момент. Одна мамочка попросила меня побеседовать с дочерью, жить не хочет. Когда я приехал домой, она рассказывает такую ситуацию. Вот эта дочь. Я узнала, что мой муж изменил. Я, говорит, не могла этого перенести. Ну и, говорит, стала болью этой делиться со всеми. И мне тут как раз советчики советовали разное. И однажды мне посоветовали, махнули рукой, заулыбались. «Да что ты мучаешься с этим? То ты отомсти его, подумаешь там». Ну и я ж подвернулся, говорит, момент, отомстила ему. И сидит, плачет. Я говорю, ну и что вы пережили? А она из-за слез еле выговорила: «Я мерзкая, скользкая, гадкая, жить не хочу». Братья и сестры, к чему я рассказываю? Я рассказываю о своем переживании, что я пережил. Я сижу, смотрю на нее и думаю: «Боже мой! Кто ей сказал, что она гадкая? Ведь миру это популярно. Греши, и все, все смеются, все довольны. Но никто ж не рассказывает, что там в душе, что у нее происходило. Никто не рассказывает. Я думаю, ну кто ж ей сказал? Нам, верующим, я вырос в христианской семье, нам с детства внушали, что это грех. А ей кто сказал? Оказывается, внутри есть совесть. Барометр справедливости, несправедливости и барометр чистоты перед Богом и осквернение, совесть. И она говорит, и люди мучаются многие от того, что совершили однажды. Бывает сознательно, бывает несознательно грех. Куда ж ты пойдешь? Вот мой этот пиджак был, я как-то и запачкал рукав за столом, неудачно повернулся. Так пиджак занесли в химчистку. И слушайте, ну хорошо выглядит. А куда ты душу свою понесешь? В какую химчистку? Я вам скажу, в какую. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Вы слышите?
Вот этот рожденный Иисус очищает совесть от всякого греха. О, Господь, слава Тебе, слава Тебе. Еще параллельно выскажу одну такую мысль. Многие верующие мучаются от того, что молятся после согрешения, просят прощения и не знают, когда же конец. Я говорю, сколько ты будешь молиться и просить прощения? Не знаю. А как понять, простил Бог или нет? Не знаю, но я должна почувствовать, откровение получить. Я говорю, не надо получать откровение. Хорошо, если Бог даст почувствовать, но достаточно того, что написано. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, просит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Аминь. Этого достаточно. Поверь и забудь. Ну хорошо, если Бог даст чувства, но иди и впредь не греши. Достаточно. Четвертое, от чего спасает Иисус. Не только от страха, не только от болезни, не только от греха, но еще спасает и от дьявола. Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, обладаемых дьяволом. На сегодняшний день это проблема не прошлого, а проблема современного человека. И проблема, скажу вам, верующих бывает. Я сталкиваюсь с чем? Люди противятся этой истине, что у верующих не может быть демонов. Правда, у хороших верующих не может быть демонов, и у верующих тоже не может быть демонов, но поэтому мы их изгоняем, чтобы не было у верующих демонов. Оказывается, они есть. Во вторник в нашу церковь приезжают из разных концов нашего бывшего Советского Союза, или теперь республик. Государств новых. Зачем они едут? Проблемы. Хорошие верующие переживают мучения. Дорогие братья и сестры, то, что мы покаялись, не означает, что дьявол оставил нас в покое. Неверующих людей не трогает. Верующих будет трогать. Почему? Потому что верующему ему надо закрыть рот, чтобы он не свидетельствовал, чтобы не служил Господу. А неверующий принадлежит ему. И все, он его не трогает. Иисус Христос освобождает. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он освобождает от дьявола. Сколько приходится видеть освобожденных людей, и я радуюсь этому. Заканчивая, я хочу прочитать еще один стих из Матфея 1 главы, 22 стиха, 22 и 23. Помните, что я прочитал в начале, 18-й. Рождество Иисуса Христа было так. А теперь читай 22-й стих. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Рождество Иисуса произошло, чтобы с нами был Бог. И еще поясню вот это. Коротко скажу. Один брат в России привез меня, ну, уже как такого, как это сказать, хорошего проповедника, одним верующим показать, пообщаться. Ну, и мы сидим уже, общаемся. Я говорю, ну, брат, начинай ты. И вот он говорит, а чего мы собрались? Они спрашивают, чего вы нас пригласили? А он и говорит им, братья и сестры, мы собрались для того, чтобы нам искать Господа. Вот нам надо в жизни искать Господа, пока не найдем Его. Одна старушка посмотрела на Него, 83 года. Брат говорит, мне не надо Его искать. Он внутри меня живет. Зачем мне Его искать? Дорогие братья и сестры, все, кто слушаете меня, вот в зале сидящие и по интернету, вам надо искать Господа или Он живет в вашем сердце?
Что вы празднуете? Событие, которое произошло 2000 лет назад. Праздник Рождества Христова, праздник ради праздника. Или отмечаете, что Христос в моем сердце. Да благословит Господь. Да благословит Господь, чтобы Христос жил в каждом сердце. Давайте мы встанем и помолимся. Поблагодарим за праздник Рождества. Теперь я хочу в этой молитве молиться о тех, кто имеет страх, кто имеет болезни, грех и силу дьявола, которая мучит. Давайте мы скажем это Господу. Отец Небесный, во имя Иисуса мы благодарим Тебя, Господь, за день рождения Твоего Сына, которого Ты послал на землю. И написано: Сын дал нам. Эммануил с нами, Бог, и не только с нами, но в нас, Бог. О, Господи, слава Тебе, что Твой Дух Святой в нас. И мы благодарим Тебя за эту привилегию, честь и власть, и авторитет наступать на всякую силу вражью. Господи Святой и Милостивый, мы только что прослушали Слово, которое дает надежду, которое дает спасение от этих родов зла. Во имя Иисуса, властью моего Господа, повелеваю всем страхам у тех, которые стоят в зале, оставить их. Во имя Иисуса Христа, всякая болезнь, всякая немощь, приказываю тебе оставить тело, мучаешь, кого ты мучишь, болезнь. Я повелеваю телу исцелиться, Господи, Духом Святым. Наполни жизнью каждого болящего, чтобы славили тебя, чтобы этот день памятования Рождества Христова был днем благодарности за исцеление. Да будет так. Во имя Иисуса утверждаю, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха тех, кто в эту минуту просит прощения, веруя в Божье Слово. Благодарю тебя, Господь. Во имя Иисуса, дьявольский дух, который производишь мучения, я повелеваю тебе, оставь тех, кого ты мучаешь, и никогда больше не возвращайся. Господи, наполни их силой Святого Духа, да радуются они, будучи свободными, да радуются, будучи счастливыми, тем, что ты посетил их в этот праздник Рождества. Господи, я благословляю каждого, то после этого богослужения пойдет в свой дом. Да живет там, Господи, Твое имя и Ты, Спаситель. Да будут спасены все в каждом доме. Да будет Твоя божественная охрана над всеми. Да сохранит Твоя сила каждого исповедующего Твое имя во спасении, Господи. Чтобы мы наследовали окончательную и главную суть спасения – бессмертие со Христом. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Честь Тебе и поклонение нашему вечному Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Садитесь, пожалуйста. День радости, день Рождества, сегодня наступил. Родился нам Спаситель, великий Божий Сын. Славу Богу воспоем, Господу Царю Царей. Мир, покой нашли мы в нем, утешение от скорбей. В ту ночь на поле
смотрели в небеса. Вдруг яркий свет им засиял, хор ангелов вещал. Так, чтоб было ей тепло, украшая белым цветом все вокруг, и рождественских мелодий слышен звук. Говорят, что в эту ночь сбываются мечты, если ты увидишь свет таинственной звезды, что зажглась над Вифлеемом навсегда. На экране белом-белом отразились небеса. Белый снег кружится над землей, для нас с тобой, как белый снег, засветится душа в ночь святого Рождества. Иисус пришел на землю людям всем помочь, чтобы путь увидел каждый даже в злую ночь, чтобы вновь пришел рассвет и новый день, и надеждой окрыленный радостно запел. Кружится над землей Божий Сын,
пришел для нас с тобой. Как белый снег засветится душа, в ночь святого Рождества. Кружится над землей, Божий Сын пришел для нас с тобой. Как белый снег засветится душа в ночь святого Рождества. Белый снег кружится над землей, пришел для нас с тобой. Как белый снег засветится душа в ночь святого Рождества. Белый снег кружится в ночь на Рождество. Белый снег кружится в ночь на Рождество. Слава Богу. Свершилось чудо свыше, как пламя алтаря над неказистой крышей. Зажглась звезда царя. Жим, Господь мой, неисследим, Господь, Он Слово сделал плотью, рождением через плоть. Поток любви сегодня льется свыше, снова ангелы поют везде. Слава, слава, слава Богу вышних, мир и благодать земле. Иисус нам спасение подарил, и по
Благодарю Тебя, Господь, за жизнь молитвы. Благодарю Тебя, мой Бог, за Твой покров. Ты моя сила, Ты скала, Ты крепость жизни. И я воспеть хочу Тебе, моя любовь. Столько света. Хочу к Твоей груди, Господь, головой припасть. Ты мне открыл путь в небеса, путь к вечной жизни. Иду в Твой дом, Иисус, а Он есть благодать. О, мой чтоб шли мы по следам Его, Он нам сказал. Грехи Он наши, взяв с собой, вознес на древо, чтоб жили мы для правды словом завещал. Думаю, что наше сердце сегодня радуется, когда мы присоединяемся к этим словам благодарности, словам радости, которые сегодня льются из уст многих сердец на нашей земле, не только в нашем городе, не только в нашем государстве, но по всей земле сегодня люди благодарят Бога за Его чудесный приход на нашу землю. Слава Ему и благодарение! Поэтому я прежде всего, чем буду говорить что-то, правда, уже трудно сказать больше, чем сегодня братья сказали, но я постараюсь хоть немножко добавить к тому, что мы уже слышали. Ну, хотел бы, в первую очередь, поздравить вас с этим чудесным праздником Рождества Христова, пожелать вам обильных Божьих благословений, и чтобы Дух Святой повел нас в дальнейший путь нашей жизни, чтобы мы могли благодарить Господа за Его чудесный приход, за спасение, которое Он даровал нам, за Его вечную милость и за то, что мы сегодня ждем Его прихода второго. Так что слава Богу и благодарение. Люди ждут чего-то страшного. Да, оно и страшное будет на земле, но страшное и есть страшное. Но самое главное, мы сегодня ждем прихода Господа за церковью, за нами. Так что слава и благодарение Богу. А просто как-то на сердце мне легло, очень много легло на сердце сказать, но это невозможно. И один брат говорил хорошо, и другой хорошо, и хористы пели хорошо. Они готовят наше сердце к тому, чтобы Слово Божие вдохновенным было. Я не один раз ощущал такое явление, когда вроде сидишь, вроде и пустоваты, но как запоют в силе Духа, когда запоют то, что надо, сразу приходят и мысли определенные.
Приходит. Я помню, хотел бы, чтобы хорисы наши пели еще под большим помазанием. Я помню, 85-й, 86-й, были у нас воскресное богослужение, обычно два служения, одно утром, другое вечером. Пели хорошо и утром, а вечером лучше. Свободнее пели, без нот, без ничего. Чувство этого дыхания вот это. Ноты хорошо, все хорошо. Но хорошо, когда сердце поет. А одни ноты, они ничего не дадут нам. Может быть, слух полоскают, может быть. Кто-то определит, как поют хористы, по нотам или фальшивят. Это тоже, квалифицированные люди тоже узнают сразу. Но самое главное, что в вашем сердце была свобода для Духа Святого. Это будет пение, которое будет вдохновлять. За что, конечно, мы благодарим Бога нашего. И как-то на сердце мне легла первая мысль, которую брат Михаил говорил на эту тему. Он говорил, сын дан нам. Не одному, а нам. И дан нам. Он нам дан. Но мы можем им распорядиться по своему усмотрению. Или принять, или принять. Он дан. А как мы его чтить будем, это уже наш вопрос. Дан. Хотелось бы, чтобы еще не приняли его спасение. И обогатились той благодатью, которую он принес на нашу землю. За что, конечно, мы в сердцах наших всегда будем благодарить Бога. Но мне вспоминается еще одна ассоциация. Когда там было сказано слово такое «нас». Я об этом говорил один раз, проводил этот пример. Когда я был в Америке, и в одной из церквей был, принимал исповедь тоже, как брат его сегодня, вот он знает, что это такое. В Флориде был, в одной из церквей. И принял у последнего брата исповедь, я почувствовал, я уже не могу молиться больше, все. Я говорю, все, брат, не могу молиться. Это был первый случай, когда так обессилел. Физически, да, часто было, но это промолеваю все, а это, ну не могу и все. Я говорю, ну не могу больше. Ничего он особого не сказал, не нагрешил чего-то очень сильно. Нет, вот нормально, как все люди. Вот силы остались. Я говорю, не могу я молиться за тебя, все. Пошел я домой, в это время уже вечером помолился, и только лег спать, вижу такое видение. Я стою у окна, смотрю вниз, смотрю, а там кто-то ходит, смотрю, ангел с крыльями. Я понимаю, что он пришел, чтобы что-то сделать. Я долго не думаю, раз, это со второго этажа туда. Смотрю, а его нету. Я пришел назад в мою комнату, смотрю, он сидит за столом, ждет меня. Я сразу понял, не надо так рваться. Он сам придет куда надо, не надо прыгать со второго этажа. Как сейчас, если кто-то с девятого хотел прыгать, там фобии были своего рода. Вы знаете, что интересно было? Я говорю, ну я пришел, чтобы тебя лечить. Я говорю, дай мне твою правую руку. Я говорю, немножко больно было, я тебе под ноготь введу укол. Немножко заболит, но не переживай. Я ему сразу даю свою руку. Он говорит, и ты не боишься сразу давать ее мне? Я говорю, у вас же ошибок не бывает. Он молчит, ничего не говорит. Это почему он молчит? Потом я говорю, у нас же ошибок не бывает. Да, у нас ошибок не бывает. То есть мы с небом соединены одно с Иисуса Христа. У нас. Это было у вас, как бы вы отдельно, я отдельно. Он говорит, у нас ошибок не бывает. Здесь немножко не совсем точная параллель с тем, что Михаил говорил сегодняшний день. Но я повторяю вот что. Я вспомнил одну из мест Священного Писания, которое написано у Исаии. Значит, чтобы устроить небеса, утвердить землю и сказать Сиону, ты мой народ. Вот для этого Иисус пришел на нашу землю, родился для этого. Устроить небеса. Почему на земле? А вы знаете, случилась трагедия там на небе. И третья часть ангелов была низвержена оттуда. Там уже нет того устройства, которое должно быть. Не устроено. И вы помните, я просто очень коротенько скажу. Когда Христос говорил о нас,
Кто наговорил так? Я уже очень коротенько скажу этот процесс. Церковь приготовит, сочетается с церковью, станет одно с ним, а потом, через некоторое время, покорится сам Богу и станет Бог все и во всем. И что он упразднит? Всякое начальство и власть и силу. Вот полнота всего. Устроить небеса через то, что нас посадит там, за что слава Богу и благодарение. Поэтому, когда Христос пришел на землю, и радость была, это была такая радость в его сердце и у всех, что она поглотила все то будущее скорби. Он же знал, для чего пришел. Знал, что скорби ожидают. Знал, что будет распят. Я думаю, когда наши братья шли в тюрьмы, а, наверное, не с радостью шли туда. Радости особой нету в тюрьму идти. Но шли, и, может быть, не знали, что их ожидать, хотя, предусмотрели. Знали, что там ожидать. Но шли туда, и, слава Богу, проходили все. Многие костьми пали, многие не вернулись оттуда. Но не все знали, вернусь или не вернусь. Шли, Иисус знал свой финал. Но Он пришел на эту землю, чтобы нас оправдать. Потому что слава благодарение Богу. И Он это сделал. Он совершил эту работу. И Он сегодня совершает с нами свое дело. За что мы должны быть благодарны нашему Господу. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодняшний день мы как-то по-особенному восприняли Его приход на нашу землю. Знал, но пришел. И радовался. И в яслях был. Я немножко вижу, немножко чуть-чуть, не знаю, правильно, неправильно вижу. Но почему в яслях родился? Вы знаете, что здесь есть другая линия, что есть. Ему не нашлось места в гостинице, да. Но вы помните место Священного Писания, которое говорит так, что вся тварь с надеждой ожидает откровение Сына Божьего. Вся тварь покрыла суете недобровольно. Пожалуйста, конечно, животные не ждут пришествия Христа, но они получат ту свободу. Вы помните, когда будет тридцатилетнее царство, то лев, как вол, будет есть солому, да? Младенец протянет руку на гнездо змеи, она не повредит. Кто это сделает? Христос даст свободу всем, так что слава Богу и благодарение. Поэтому я хотел бы немножко чуть-чуть еще напомнить кое о чем. О чем? Во-первых, чтобы мы поклонялись им, благодарили Его от всего сердца, от всей души. Не по плоти, а по духу. Я зачитаю один из текстов Писания. Со второй главы Евангелия от Матфея. С первого стиха читаю. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни цара Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. Вот до этого места. Дальше не считаю. Пришли поклониться Ему. Исполняли Слово Божие, которое было сказано. Цари Аравии принесут ему дары. Все, что было написано, должно было исполниться в жизни. Но что принесло это поклонение всем людям Иисусу Христу? Правильно пришли? Пришли, чтобы поклониться, знали. Это все, что они знали. Я о чем хочу говорить? Я хочу, чтобы поклонялись Богу в Духе истине, были водимы Духом Святым. Эти волхвы сразу не вели звездою. Они пошли сразу к кому? К Ироду. А шли-то поклониться шли. А пришли к Ироду. Ирод встревожился. Проблемы возникли в государстве. Уже вроде бы царь, мой конкурент появился. Что надо сделать? Надо узнать, где же он родился. Призывает священников.
Если бы священники знали, кто пришел, они не пошли бы туда, не сказали бы, где родился, не сказали. В Вифлееме иудейском. Но родился-то в Вифлееме, а жил-то он в то время не в Вифлееме. Я обращаю внимание на наши ошибки, которые мы очень часто делаем. Какие ошибки? Очень много ошибок. Картину смотрим. Там, значит, волхвы поклоняются Иисусу Христу где? В пещере, да? Волхвы не в пещере поклонялись. А в Назарете через 2 года еще. Или поем псалом. На колени пали, Христу дары дали новонарожденному. Ну что поем? Вы понимаете, вот скажите, вот этим мы славим Бога или не славим? Вы что ж обманываетесь? Почему? Потому что не исследуем Писание так, как надо. И потому и проблемы могут быть. Или, ну, еще один такой поем псалом. «Расти, дитя святое, расти во мне Христос». Разве Христос родился в наших сердцах? Он нас родил во Христе. Но кто родился? Мы рождены им или Он родился в нашем сердце? Он вселился в наше сердце, как могущественный и сильный, а не как младенец. А получается, Он родился, а мы Его растим годами, чтобы скорее хоть вырос, чтобы скорее. Ну что это такое? Я почему это говорю? Я очень не хочу, чтобы у нас такие ошибки были. Ну как написано? Верою вселиться Христу в сердца ваши. Правильно. Наша жизнь, как жизнь младенца. Не он же младенец, не может нами пользоваться. Мы младенцы, а он нас растит. Как только приходим в возраст, уже более серьезными вещами занимаемся. Более серьезно служим ему. А то получается, не он нас взращивает, а мы его взращиваем. И поем вот так, расти, дитя святое. Надо петь, расти нас, как детей святых. Вот что будет правильно. Почему я это говорю? Вы знаете что? Когда-то было такое время, когда где-то, не помню, какой год был, я все сидел, наблюдал, что проповедники проповедуют. Потом пришел страх, думаю, что мне нечем заниматься? Как только следит за тем, кто что проповедует. Знаете, я знал людей, которые наблюдают, чтобы как-то укусить или чего-то. Думаю, а зачем мне вот заниматься этим? Сидеть и слушать, кто что говорит. И сам себе думаю, что мне заниматься нечем этого? Что мне другой работы нету? Такое смущение, думаю, что это за работа? Может, и я в числе тех, которые все что-то слушают, чтобы что-то открыть, чтобы о чем-то напомнить и так далее, и так далее. Ну и стал молиться, говорю, Господи, открой мне мое состояние, что это за работа такая? И я знал, что есть люди, которых хлебом не корми, только дай займите что-нибудь и обличить. Может, и я такой на сегодняшний день? Помолился, говорю, Господь, сделай что-нибудь. Я уже никому не говорил об этом. Потом однажды, помню, с молодежью поехал в одну церковь, это в Минской области было. Зашли мы во двор этой церкви. Выходит один из братьев, говорит, и народный контроль появился. Я думаю, что он выдумал? Какой народ? Думаю, что я КГБист какой-то, служу чему-то. Народный контроль. Что это такое за народный контроль появился? И я так удивился, пожал плечами, думаю, хороший брат вроде бы, ошибок нет. Тут народный контроль появился. Потом он, значит, после собрания подходит ко мне, говорит, брат Николай, ты удивился, я говорю, ты плечами пожал, не понял. Говорю, не понял. Он мне рассказывает. Я, говорит, работаю на работе. Я никогда не ездил домой на обед, всегда на работе обед. То приехал на обед домой, и лег. Никогда не ложился спать днем. Лег заснуть, и снится мне сон. Идешь прямой дорогой. Идешь к столовой. И говорит, не помню, он шел или он шел со мной, говорит, мы уже опаздываем в столовую, опаздываем очень сильно. А я ему говорю, не переживай, нас пустят.
подходим ближе, закрывается перед носом, раз эту дверочку закрыла, я подхожу, народный контроль открывается. Нечего делать, народный контроль. А я утром снил точно такой же сон сам. Вот буквально сон, он снит этот сон, снится ему, и я этот сон приснил. Сам тоже, вот такой же, один к одному. Я только вспоминаю, что я видел, народный контроль. Подхожу, открывайте. Открывается такой неохота. Я сейчас буду проверять, как вы готовите пищу. Весы. А мне дают свои весы. Не надо мне свои, у меня свои есть. Пожалуйста, пожалуйста, ложи. Оказывается, не доложили. Там не доложили, там что-то. Где продукты? Я уже не помню, какие слова были сказаны. Потом, а теперь я буду проверять, как вы сеете. Как сейчас помню, взял такое, как на плексе нарисованы графики. Какие-то очень много графиков. Я раз зачеркнул, говорю, глянул, говорю, слушайте, здесь должно быть 100 зерн. Почему у вас только 20? Где 80 зерн? Где все остальные зерна? А я сейчас понял, что ничего страшного нету. Если я что-то заметил, и повторяю, и напоминаю, ну не делайте это, не пропилывайте то, чего не надо. Я помню однажды в нашей церкви, я ту сестру не обвиняю, нет, поймите меня правильно. Идет такое пророчество. Я сегодня хочу родиться в ваших сердцах. Говорю, от себятина. Не надо ничего и другого, от себятина. Ну как такое? Веры ущельцы Христу в сердца ваши. Эта сестра, хорошая сестра, и было мне просто, и точное было. Но на то время вот провал, почему? Вот эти стандарты наши, наши штампы, они сегодня очень много нам вредят. Поэтому я хотел бы, чтобы мы поклонялись Отцу в Духе истине, через Христа. Что вот сделали вот эти, я возвращаюсь к этой старой мысли моей. Что они сделали? Они беды наделали, эти волхвы. Пошли не туда, куда надо. И пришли, и после вышли в Вифлееме, пошли в Вифлеем. А где же Вифлеем? В Вифлееме. Он родился в Вифлееме, но не жил в Вифлееме. Он жил в Назарете. И тут звезда появляется, ведет в этот дом. Там волхвы поклонились, принесли дары, золото, ладан и смирну. Но после Господь сказал им, чтобы они не возвращались к Ироду. Он хочет убить младенца. Вот что значит поклонение по разуму. Разум их повел. Повела бы звезда. С одной стороны, вроде и хорошее дело сделали, исполнили слово Божие. А с другой стороны, сколько младенцев было уничтожено. Рахиль плачет о детях своих, ибо хочет утешиться, не может утешиться, ибо их нет. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы так молились перед Господом. Я не буду уже больше говорить на эту тему, но я хотел бы, чтобы мы внимательно исследовали Писание. Может быть, я не знаю, как не петь эти псалмы или петь, кто его знает, вроде привычные псалмы нам. Но не совсем приятно слушать, когда мы поем то, о чем но зачем, а зачем петь то, что не надо? Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня поблагодарили Господа. Если будем делать дело, захотим поклоняться Господу, чтобы поклонялись Ему так, как Он хочет, а не так, как нам кажется. Оно ж не пойдет так. Это же будет не то, что надо. Я вам приведу один пример еще. Поклонение, пение, оно все на своем месте. Может, сегодня этот брат Вася Ковальчук будет по интернету смотрит, может, смотрит. Он когда-то рассказал один такой случай, когда пел где-то, он писал, очень хороший брат, консерваторию кончил, специалист в пении. Однажды уже заехал в Америку и диски продавал. Пел, служил Бог, продавал диски. Ему говорят, брат Вася, что ты у тебя за песни такие? Ну, надо новые. А ты все старый, да такая, мелодия, тебе песни такие, мелодия такая. И брать не хотят. Он говорит, я решил изменить что-то. Песни старые продолжал петь. Мне говорит, новые не надо, одна строчка 4 раза и повторяется 10 раз. Старые псалмы более глубокие. Ну, он изменил мелодию, ритм. И он говорил так. Ну, допустим, есть такая песня. «По границе стоишь ты в черновом венце». «По границе стоишь ты в черновом венце, туго спереди связаны руки». Я, говорит, пошел к аранжировщику вильнюскому и переделаю так. «По границе стоишь ты в черновом венце, туго спереди связаны руки».
поехал в Америку на расхват. Во, Вася, во, молодец, вот ты даешь. Ты славишь Бога так хорошо, все. Приехал, говорит, в Вильню себе домой, решил объехать и свои церкви. Однажды в одну из церквей пою в этом ритме, пою старые псалмы, говорит, заходят, только не помню, 6 человек сатанистов или 10. Вот они же заходят туда, как они стали плясать, как они стали выкручиваться. Он говорит, что вы делаете? Говорит, мы после собрания уже не спрашивали. Говорит, мы душой отдохнули. Как отдохнули? Идем и слушаем, слушаем музыку. Это наша музыка. Говорит, ну как ваша музыка? Слова-то Божьи. Говорит, слова Божьи, а музыка наша. Вася, иди к нам. Ты у нас будешь иметь успех большой. Я говорю, Саша, эти все свои псалмы, эти все диски под топор, под молот. Зашел к своему аранжировщику, спрашиваю, что ты наделал мне? Как что наделал? Ты говорит, знаешь, с кем ты сейчас? Говорит, знаю. Ну, уже успех дают. Знаю, с кем я связан. Вот, пожалуйста, вот поклонение Богу. Слова Божьи, слава Божьи, но музыка наша. Пусть Господь благословит нас поклоняться Богу в духе и истине. Не разумом нашим. Не то, что нам кажется праведным, а то, что Бога праведно. Иначе будет разрушение последствий. Поэтому пусть Господь благословит, а я больше говорить не буду уже. Давайте мы встанем на ноги, совершим благодарственную молитву за то, что Господь спас нас, оправдал, за то, что приготовил нам прекрасное место на небе. Мы занимаем место, то, которое занимают сегодня больше высшие чины ангелов. Он сделал нас членами своего тела. И пусть Господне благословение прольется на наши души и в сегодняшний день. И пусть это торжество станет для нас продолжаться и нашей жизни, чтобы мы правильно жили, правильно ставили Господа, не разумом водились, а Духом Святым. И это будет полный успех нашей христианской жизни. Молимся. Иисус, мы благодарим Тебя, дорогой Господь наш Учитель, за сегодняшнее участие в этом богослужении, которое Ты дал нам. Ты дал нам возможность слушать Слово Твое. Ты дал нам и обновил для нас эти святые глаголы, глаголы жизни, которые уже давно продолжают звучать в наших сердцах. Слова благодарения за Твою голгофскую жертву, за Твой приход в этот мир, за Твое слово жизни, которое, Господь, есть истина, и которому мы хотим подчиняться, которое хотим исполнять, чтобы стать достойными служителями перед лицом Твоим, каждый на своем месте. Господь дорогой, великий Бог, благодарность Тебе за то, что через нас дополнишь то пустое место, которое на сегодняшний день находится в Твоем святом небе. Ибо Ты напомнишь, что хочешь устроить небеса, ты хочешь утвердить землю, и сегодня церковь Твоя является столбом и утверждением истины, Господь, и помоги нам, чтобы она росла и умножалась, чтобы, Господь, возрастали познания в Твоей истине, чтобы никогда не уклонялись с Твоего пути, чтобы никогда не пели то, что не соответствует Слову Твоему, чтобы никогда не проповедовали то, что не соответствует Твоей истине, Господь. Но помоги нам быть водимыми Духом Святым, не нашим разумом славить Тебя, но Твоей святой благодатью, которую Ты излил, когда крестил нас Духом Святым. Когда Господь создал церковь Твою, о которой сказал, что врата ада не одолеют ее, Господь, потому, Боже, Твое благословение пусть сегодня разольется на нас, как на Твой народ. Пусть вдохновение славить Тебя никогда не оставляет нас, если даже нам будет трудно. Если даже будет честно, то пусть и тогда враг не лишит нас слов благодарности Тебе, слов благодарения, которые Ты созидаешь в нас Духом Святым, которым даешь определенную окраску, ибо Ты направляешь нас в святое небо, которое уже давно приготовлено и для нас, и для каждого, Господь. Поэтому Твоей святой любви дай нам сегодня Твою милость, окружи Твоею заботою. И пусть наше торжество никогда, Господь, не прекратится. Отец, Ты видишь эти записочки, которые сегодня Твой народ представил перед лицо Твое. Это, Господи, стон сердец. Это то, что вырвалось наружу. Это то, что не могли спрятать. Поэтому, Господь, я сегодня поднимаю свой взор к Тебе, а Ты видел, как они писались эти записки, с каким сердцем, Отец, но Ты ответь на эти нужды, Ты ответь на эти проблемы, которые сегодня увлекают в мир, Господь, которые сегодня лишают надежды, Отец, тех, кто сегодня больной,
исцели. Кто сегодня находится в депрессии и унынии, ты сам соверши свою работу. Ты наполнишь, напомни им, что ты живой Бог, действующий могущественно и сильно. Господь, потом благослови. Ты знаешь тех, кто сегодня хочет благодарить тебя за то, что ты изменил их жизнь, что ты изменил их мышление, Господь. Потому твоей святой любви пусть руки твои совершат эту работу, пусть голос твой достигнет их сердец, и пусть Дух Святой даст им то, что они просят у тебя, чтобы они стали еще новыми свидетелями о твоей чудесной благодати, о силе твоей любви. Господь, благослови также и церковь нашу, благослови ее, чтобы она была полна твоей истины, чтобы, Господь, люди твои были исполнены Духом Святым, чтобы все остальные видели, что это твой народ, искренне любящий тебя, ищущий тебя, обладающий полнотой власти, Господь. Ты даешь власть, но нам ее еще нужно взять. Мы так часто не спешим ее взять, Господь, и ты прости нас за это, что сегодня мы, может быть, в небе находимся, Господь, но дай милость твою. Открой твои источники, и пусть твоя любовь дополнит то, что нам еще не хватает. Господь, благослови наш город, благослови нашу республику, благослови наши семьи, где так еще много неверующих людей, которые не знают тебя, которые не ищут тебя. Господь, соверши с ними свою работу. И пусть церковь твоя многократно пополнится новыми людьми, особенно членами наших семей. И, Господь, ты выведи новых служителей, которые действовали бы в большей силе, чем мы на сегодняшний день, чтобы под их ногами, Господь, дьявол был растоптан, не имел никакой власти, Господь, ибо ты сам сказал, что нам надо наступать на всякую вражью силу, а мы часто боимся это делать. Господь, удали этот страх, страх делать дело твое, страх наступать эту вражью силу, страх пользоваться твоим именем, сильным и могущественным. Господь, дай нам эту милость на сегодняшний день. И пусть твоя рука будет простерта над нами во всякое время, легко ли нам или трудно. Пусть милость твоя будет с нами, пусть благодать твоя совершает свое дело, и пусть народ твой умножается многократно во имя твое и для славы твоей. Пусть тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Дорогие братья и сестры, конечно, время наше уходит быстро, и у нас на 17 часов будет вечернее служение. Но я хотел бы обратиться к людям, которые, может быть, первый раз сегодня у нас в церкви, или которые еще никогда не молились молитвой покаяния. Если вы желаете, чтобы этот праздник Рождества стал для вас новым днем, чтобы он открыл для вашей души и для вашей жизни новый свет, я хотел бы пригласить вас сюда для молитвы наперед. Если таковые есть, пожалуйста, пройдите помолиться Господу Богу. Давайте мы вознесем эту молитву Господу Богу. Дорогой наш любящий Небесный Отец, мы так благодарны Тебе, что сегодня Ты благословил, Господи, наше служение обильно, обильно песнями благословил, обильно молитвами благословил, обильно Словом Твоим благословил, присутствием Твоим, Господи, благословил. И мы радуемся перед святым лицом Твоим. Свет Твой Божий приходит в наше сердце в этом собрании. Аллилуйя Тебе, Господь, дорогой! Да будет прославлено и возвеличено имя Твое в каждой душе. Да будет этот праздник отражаться, Господи, в каждом сердце. Да будет он на жизни Твоего народа торжество и радостное переживание Твоего славного события Рождества Христова. Благослови всякое сердце, мой Отец Небесный, да не будет иметь ничего внутри себя плохого. Сохрани от всякого греха, от всякого рода зла и греха Твой народ. Сохрани, Господи Боже мой, помилуй, освяти и очисти. Господи, вместе с благодарящими Тебя мы благодарим за то, что до сегодняшнего дня Ты помог, Ты благословил, Ты вел, Господь дорогой, в этот день Рождества Христова. Мы благодарны Тебе за каждого, кто празднует праздник своего дня рождения.
да будет рука Твоя и милость над ними. Мы молимся за людей, которые вышли для покаяния. Господи, опусти благоволение Твое на эти сердца. Прости грехи, Господи Боже, кровью Твоею святою омой души, чтобы они с чистым сердцем могли предстоять перед лицом Твоим. Во имя Иисуса Христа повелеваем всякому нечистому духу и всякой силе нечистой оставить этих людей во имя Иисуса Христа. Да рушатся всякие связи нечестивые над этими людьми. Господи, во имя Твое святое, пусть свобода придет в их сердца и в жизнь, и прощение, и победа. Дорогой Господь, вместе с Мариной Мацевилла, мы тоже благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, дал ей милость, и она сегодня в служении. Укрепи ее и благослови ее в дальнейшем во имя Иисуса Христа и со всеми, кто получил милость от Господа. Слава Тебе, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Аминь.